Всем не бага, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, сегодня мы продолжаем играть в Slime Rancher. И я оставлю вот этот дичь дома и пойду, наверное, пойду куда-нибудь что-нибудь делать. Вот, единственное, что, наверное, пособираю вот это, потому что это может исчезнуть. Морковочку я оставлю туда. А остальное я, наверное, денежку, да, это потрачу, потрачено, вот, это, да, это пригодится нам на денежку, да. Пойдем сейчас, наверное, по пути собирать всех курочек, всех, что можем пособирать, да, и будем их, это, ну, я куда-то попал. Будем их кормить нашему дальнему коту, очень-очень дальнему коту. Я надеюсь, он это оценит, что я для него собираю... А нахрена я сейчас это все делаю? Мне это не надо. Я собираю не то. Я собираю зачем-то фрукты вместо курицы. Нам надо курицы. Плотоядный кот ждет, пока я и приведу к нему и накормлю его. Вот. Это не легкая задача, я думаю, но тем не менее мы справимся с ней. Я надеюсь, что мы справимся с ней. Тем самым нам надо как-то за курочками. Так это. Эти чуть-чуть не хватило, но ничего. Ладненько, сначала тогда сюда. Тушок ко мне. Тут еще у нас. Цыплят не едят вроде, да? Две курицы сверху. Так. Идите ко мне. Две цыпочки. И пойдем спрыгнем вниз, как всегда. Спускаемся, опускаемся, да, и проходим по нашему старому пути. Примерно так, как всегда. Кстати, здесь у нас тоже плорт, но он фрукты вроде бы ест. Не плорты, господи, почему я слаймов иногда плортами называю? Они вообще не похожи на плортов, но почему-то хочется каким-то вычурным словом все время их называть. И получается, что я их называю все время плортами. Очень грустно. Ой, очень грустно. Так, каменный цып-цыпчик. Это типа маленькие... Да-да-да, маленькие. Ну, маленькие не надо, я не живодер. Я их лучше об стену буду дубасить, да? А так я не живодер. Так, курочки. Ну, хорош жрать. Хорош жрать моих курочек. Цыплят... Самое странное, да, что цыплят никто не ест. Цыплята такие редкие, что их никто не ест. Так, цыплята не нужны вы мне. Оп. Ротик открываем. Ты когда-нибудь насытишься, алё? Капец, я ему все скормил. Мне ничего нету. Он уже огромный. Интересно, вещи с него повыбрасываются, попадают в море. Это будет вообще не круто. Я тут, значит, бегал, собирал ему все это. А он просто их нам в море выбросит такой. На, собирай где хочешь. Это будет не очень круто. Так, ну... Сокровищница закрыта. Интересно, как они открываются? Реально, мне стало интересно. Не пристеху... Чё вам надо, коты? Чё вы за мной бегаете? Коты какие-то странные. Чё-то они подозревают. Чё-то они знают, эти коты. Это типа старые, они... А, видишь, они старые. Когда валяются на полу фрукты, я их пытаюсь собрать, они чпок. И ломаются. Старые, типа. Хм, интересно. Это тоже... Да, это тоже старые, видишь? Фрукты, овощи. Хм, интересненько. Рассыпаются просто. О, еще клубничка. Еще клубничка. Клубничка это хорошо. Клубничка это здорово. Так, ну коту мы при... Опа, вот это я заберу. Коту мы еще придем. Я бы вот эти пособирал штуки. Они просто на халяву так валяются, мне даже жаба давит. Просто так их оставлять здесь. Да хорош мне дубать? Да хорош! Уходим, 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 уходим. Красный нафиг. Иди ко мне. Домой несем. Блин. Блин. Два ящика. Иди отсюда. Вот эту забираем пока что. Даже выставим его здесь, чтобы не забыть. А ящички просто так на халяву не брать, не выпадают. Так что, да, надо это.
быть поаккуратнее с ними. Так, у нас тут мне надо что-то. Нет, мне не надо ничего. Уходим домой. Лишнее посбрасываем. И фрукты тоже, наверное. Хотя фрукты тут такие, как раз таки для квестов. Просто так они у нас не выпадают. Вот сердце свекла, допустим, да, это редкий ресурс, насколько я понимаю. Предлагаю сегодня вот туда сходить, посмотреть, что ж там за такое место интересненькое, да? Что оно даст? Пойдем сходим, посмотрим. Ну, сначала отнесем ящичек. Бегайте с дороги! Я бегу! Надо больше сделать светящихся, наверное, слизнюков, светящихся каменных таких слизнюков. Надо их больше сделать, чтобы они у нас были, чтобы мы знали, что они у нас есть и так далее. О-о-о. Как ты, вот как? Вот скажи, как ты выпрыгнул? Вот скажи, как ты выпрыгнул? Вот непонятно вообще. Иди ко мне, не портитесь, пожалуйста, ягодки. Вы мне пригодитесь еще. Пойдем, сбросим. Хорошо. Блин, вроде... Двойную, что ли, защиту ставить? Издевайтесь, что ли? Так, вот здесь сборщик. Так. Хорошо. А, мне места нет. Точно, точно, точно. Пойдем сбросим ненужное. И шестерочка. Ну, нормально так голда уже идет, да? Неплохо так голда идет. Это очень замечательно. Очень шикарно. Так, 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 хорошо. Синие, причем, достаточно в цене. Неплохой цене такие, да? Ну, вот эти каменные. Так, у нас 510, можем сделать автосборщик. Почему? Вау! Куда? Что? Что? Стяжение. Что сделал? Что я сделал? Я что-то сделал, но я не понял, что я сделал. Я надеюсь, никому от этого неплохо, что я сделал, да? Так, собирай. Что-то вообще дичь творят они. А, кстати, у нас тут вот эта штучка есть еще. Так, вот ты. Иди сюда. Будь тут. Ой, тут какой-то интересный фрукт. Или этот был уже? Что-то я не различаю его. Вроде он был. Я не уверен, но вроде он был. Вот это что? А, это плодофрукт. Ладно, 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 хорошо. Я что-то думал, это совсем что-то другое. Ладненько, выбросим. Угу. И это мы просто вот сюда сбросим. И давайте сделаем, наверное, сборщик. Сборщик, плодосборщик, плодосборщик. Удобнее, чем постоянно вот это вот. Да? Да. Нормально. Так, хорошо, давайте снова... Хотя я там хотел травку сделать. Ну да ладно. Вот это сюда выбрасываем. Чтобы оно нам не мешало, если мы что-нибудь интересненькое найдем. И пойдем прогуляемся в то место. Кстати, цыпочек. 4-10. И сюда. И сюда. Иди сюда. Все. Квест выполнен. Кек. Хорошо, что у нас были цыпочки. Ох, мать моя женщина, отец мой мужчина. Сколько дичи-то. Сколько дичи я выбросил, если на то пошло, да? И сколько у нас теперь стало. Капец тут морковчи. Я ж не хочу, как говорится, да? Не, нормально, выгодно, слушай, эти квестики выполнять. Тут столько вообще всякой вкуснятинки выдает. Это очень круто. Это очень круто. Нам надо больше вот этих сидящихся сделать. Но не слишком много, чтобы они друг друга не выталкивали. Вот. Так что да.
Я так понимаю, когда слизень съедает больше, ну, третий плорт, да, лишний. То есть он один плорт вида плортов выделяет, потом второй съедает, он апгрейдится. Когда третий, я так понимаю, он типа становится вот таким черным, злым. И это не круто. Такого доспускать ни в коем случае нельзя. Так что надо будет с этим поаккуратнее. Чтобы ни в коем случае никакой лишний плорт не попал не в тот загон, да? Это да, это очень важно. Это очень важно. Так, пойдем в этот не очень доброжелательный для нас биомчик. Пойдем посмотрим, что тут вообще происходит. Почему сюда нельзя и к чему это приведет. Вообще красиво, да? Слушай, вообще красота какая. Реально красота. Оп, это куда-то выходим, смотри. Опа. Ага. Вот я знаю, куда я ключик еще один потрачу. Кстати, тут ничего нету, да? Тут просто водится. Понятно, понятно. Уходим. Уходим! Прикольно, слушай, мне нравится. Я, по крайней мере, теперь точно знаю, куда я потрачу еще один. Это здорово. Не, реально здорово. Так, нам что теперь нужно? Нам теперь нужно бы светлячка бы еще одного, да? Светлячка бы неплохо бы еще одного заиметь. Вот, и по возможности курочек собирать и отдавать его этим. Вот, да. Съела, зараза. Коты, коты, коты. Курица, курица, курица. Петухи. Курицы и петухи нам нужны. Мы кота не докормили чуть-чуть. Буквально. Ну, мне что-то кажется, что там реально чуть-чуть не докормили кота. Да? Так, здесь больше ничего нету. Такие коты, коты, коты. А тут я не допрыгну, слушай. Я же чисто теоретически могу допрыгнуть. О, хорошо. Хорошо, не надо обходить какими-то непонятными окольными путями, да? О, кот. Кот, 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 кот. Кота выбросим вот сюда куда-нибудь. Я думал, я курочку подобрал, а я кота подобрал. Случайно. Нормально. Цып, 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 цып. Цып, 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 цып. Цып, 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 цып. Цып, 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 цып. Цып, цып, цып. Всех курочек пособирал, что в округе были. Нормально. Пойдем докормим кота. Я надеюсь, это ему хватит, потому что ну как-то вообще... Прожорливый кот. Ротик, ам. Любит меня. Ну хорош, ну котик. Лопни. Как будто сейчас, сейчас вот-вот лопнет, да? Издевается надо мной. Я думал ему хватит. Нет. Суицид. Суицид даже среди слаймов не очень круто. Да. Че, один, серьезно? Чего я не могу есть эти фрукты? Это было бы прикольно попробовать на вкус такой фрукт. Хотели бы когда-нибудь попробовать вот такую квадратную клубничку на вкус? Мне кажется, она очень-очень вкусная и сладкая. Учитывая даже тот факт, что она квадратная. Но тем не менее, мне кажется, она реально вкусная. Так, может здесь есть курица? Но да, но нет. Одна курица, это как-то ради одной курицы бежать. Серьезно? Серьезно. Ладно, пойдем еще поищем куриц. Еще ищем курочек. Не появились курочки? Не появились. Очень плохо, что не появляются курочки просто так. Потому что они нам дико-дико нужны. Нам осталось чуть-чуть буквально. Может, даже одной курицы хватает. Но ради одной курицы я не буду бежать, да? Ну, то есть, с одной курицей я не буду бежать. Мне надо искать. Мне надо искать. Смотреть и надеяться, что курочек... Мы где-то получим еще больше. Но где их взять? Вот просто так. Я, честно говоря, в душе не чаю. Ладненько, пойдем обратно. Это что, черный? Нет, показалось. Пойдем обратно. Курочки нужны. Курочки. Хорош жрать моих куриц. Редиска ты.
жрет и жрет. О, светлячок, иди сюда. Светлячок мне пригодится. Может даже два? Два. Ну да, два. Два нормально. Итого четыре у нас будет таких больших светляка. Классных, да? Что-то они такие какие-то там вообще... Что с ними происходит? А, это типа он покушал сейчас, да? Я понял. Я понял, не дурак. Дурак бы не понял. Так. Давай, собирай. Так, не собирай. Не собирай. Вот, хорошо. И ты. Вот, замечательно. Шикардос. Давай. Производство плортов просто вот. Ух. Как идет. Мучиться, я бы сказал, да? Замечательно. Иди сюда, серенькие. Все хорошо. Ладненько, наверное, с дома надо тогда брать эти курицы, да? Куриц брать и отдавать. Потому что я чувствую, так мы будем долго бегать и собирать просто в поисках куриц быть. Да? Слишком долго. Давай мы все, наверное, соберем сейчас и повыбрасываем. Я надеюсь, я не знаю, но я надеюсь, когда я вот так вот их собираю и потом бросаю снова на пол, они как-то типа обновляются. Ну, типа, да? Нет? Я не уверен. Но это не точно, как говорится. Мне не нравится, как они тут прыгают. Не очень тихо. Блин. А у нас цыплята куда-то делись, да? Блин, ну это старая курица. Старую курицу, наверное, надо сюда. Знаете, тут размножается, блин. Цыплята, цыплята, идите ко мне, цыплята. Цыплятки нормально. Блин, из дома куриц не особо наберешь, потому что их нету. Потому что их нету. Ну, предлагаю тогда, не знаю, поспать что ли до утра. Может, утром у нас, типа, обновится. Спим до утра. Звездная почта у нас. Новые письма пришли, которые нам нужно смотреть, естественно. Ягодки не исчезли, ягодки все нормально. Ладненько, пойдем искать куриц. Докормим последнего, да? Чтобы уже в следующей серии у нас был ключ. Чтобы у нас точно был ключ, чтобы мы знали, куда мы пойдем в следующей серии, да? А вы знаете, мы пойдем за этих злыми. За злыми там, посмотрим, что там есть. Так, птенечков оставляем. Птенчики нам точно не понадобятся. Курочки! Я иду за вами, курочки! Мои курочки! Я иду за вами, курочки! Так, тут пташки, пташки. Иди отсюда. Где? Где? Где петух? Петух! Мой петух! Хорош мне дубасить. Ага, вон что-то еще, смотри, сверху. Прикольненько. Интересно, как они открываются? Я бы хотел узнать, как они открываются. И отсюда. И отсюда. Курицу мою съел, да? Скотина. Все нормально, я справился. Ай, оп. На-на-на. Пойдем посмотрим. Может, найдем еще парочку куриц. Да я надеюсь, ему будет хватать, потому что, ну блин, это как-то вообще не круто. Сколько можно уже? Вот правда. Вот правда. Я усталь. Усталь кормить котов. Всю жизнь кормлю котов. Усталь. Курочка. Курица. Курица. Хорошо, и сейчас сделаем, как мы до этого делали. Вот так, да? Так, восстановись чуть-чуть. Давай-давай, соточка, соточка, восстанови. О, есть. Давай-давай-давай-давай. Оп, хорошо. Все. Гончим, надеюсь, тут... Ну, тут куриц нету, блин. Не восстановились, это плохо. Хотя вот петушок, смотри, иди сюда. Петушок лишний не будет. Так, смотрим здесь.
Нету цыплята, цыплята, только цыплята. Обида. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Что-то у нас есть. Курочки, курочки, иди ко мне. Ух ты, ё-моё. Бременские музыканты один на одном, блин. Так, тут нету ничего. Все, идем. Ну, кошара. Ну, вот только не лопни. Вот только не лопни. Я тебе, блин, прикокоречу. Иди ко мне. Жри, скотина. Ей! Ба-бам! Чего? 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 Так, котов нафиг. Что вообще происходит? Скажите, они мне типа поскидывали мои ящики, да? Эй! Где мой ящик? Почему ящик не это? Хорошо, хорошо, все, так, хорошо. Смотрим, что здесь. Так, курочки и голда. Неплохо. О-о-о-о. Слайм! Золотой! Золотой! Не! Че? Золотой слайм! Пан или пропал? Разводя слаймов. Оба! 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 А как? Золотой слайм! Че? Что это было? Что это? То есть, а слушай, я могу сделать стиль золотого слайма? Ладненько, у нас под конец серии как раз золотой слайм появился. Нас показывает, что у нас там дом. Пойдем проверим, кстати, что-то изменилось ли вот здесь. Открылось или нет. И если, может быть, открылось, а может быть и нет. Значит, я очень сомневаюсь, что что-то открылось. И тут ни хренашеньки не открылось. Окей, но у нас есть портал, который теперь работает, насколько я понимаю, к нам домой. Но это, как говорится, не точно. Пойдем сейчас проверим конкретно, куда нас отправляет этот портал. Предлагаю вот это нафиг выбросить. А клубничку, если есть, нету. Тогда вот это пособираем. Пофиг, что они тут друг друга едят. А мы пойдем вот сюда. На портал. Так, и мы находимся где-то. Честно говоря, где? На другом острове. Офигеть. Ребята, это другой остров. И тут совершенно другие правила. Ребята... Сегодня наш день. Ладненько, давайте лучше обратно. Давайте лучше пойдем обратно. Дойдем сейчас. Домой, нет! Просто фейспалмище! Капец! У нас был золотой... Нет! Ёк-макарёк, как так-то он не взлетел? Я же назвал... Капец, ребята. Я в шоке. Я просто в шоке. Чё ты выпал? Иди домой. Не беси меня. И ты не беси меня. Чё вы поуползали? Куда вы выпрыгиваете? Алло. Это жопа, ребят. Это просто жопа. Вот, они выпрыгивают. Они выпрыгивают. Они все равно выпрыгивают. Я ничего не понимаю. Им надо выше сделать, да, загон. У нас денег не хватит на высший загон. Высокий купить. Вот так вот, хватит. Все нормально. Вот так теперь хватит. Не будут выпрыгивать. Это жопа! Это... Я так не играю. Ну капец. Ладненько, ребят. Наверное, в следующей серии посмотрим. А чё? Да блин, у меня... Как я упал? Вот как? Нажал дважды и не взлетел что-то. Не понимаю. Моя не понимает это. Ладненько. Будем прощаться на этом. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Или дизлайки. Короче. Всем пока, ребят.